Итак, на 12 месте Анастасия Кривошей, «Нарк, Москва». Все на левое место поделили, а Татьяна Бунтова, «Айда, Москва». И Оксана Малышева, «Five Life, Москва». Девятое место Рената Гребнева, «Альшанс, Москва». На восьмом месте Юлия Лисенкова, «Лейла Королёв». Седьмое место Светлана Касьянова, «Five Life, Москва». Шестое место Наталья Мальцева, «Альшанс, Москва». Пятое место занимает Ольга Ярошевич, «Интизар, Калининград». Третье, четвертое место у нас поделили. Наталья Бондарева, «Альшанс, Москва». И Вероника Каневская, «Айрис, Москва». На втором месте Александра Скопина. И первое место в номинации по «Стой, стой, Александра». Подарок возьми. Первое место в номинации по «Взрослые» начинает Елена Ильина, Алиша Тольятти. Покажешек Москва и Тольятти. Только не плачь, хорошо.